Я приняла решение сделать вакцинацию, так как работаю педагогом, работаю с детьми. Много преподавателей вообще образовательных школ, да и так болеют много. В нашем детском саду за период пандемии переболели ковидом 11 сотрудников. И я, как руководитель детского сада, тоже перенесла это заболевание на себе. В нашем коллективе работает 88 основных работников. Из них 37 уже получили вакцинацию. Решила уже давно, что когда начнется вакцинация, эту прививку я поставлю, ну, одна из первых. Надоело бояться и за себя, и за свою маму, и за свою дочь, ну, и за своих родственников. Не хотелось бы, чтобы никто из нас не заболел. Мы приглашаем население провакцинироваться, потому что это на сегодняшний день единственный способ защитить себя от заражения коронавирусной инфекцией. Прививка, в принципе, безопасна, осложнений нет. Все проходит под наблюдением медицинских работников.